Олег Кожемяка провел рабочую встречу с председателем Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой. В ходе беседы глава региона поднял вопросы дефицита педагогических кадров и подготовки специалистов среднего профессионального образования в крае. Олег Кожемяка отметил важность привлечения и закрепления специалистов-педагогов в крае. По его словам, необходимо принять программу подготовки профессиональных кадров. Конечно, хотелось бы принять программу именно подготовки профессиональных кадров педагогов. Она себя должна включать несколько, наверное, изменений бальной системы, значит, да, то есть поступления по педагогическим специальностям. Второе, конечно, это бюджетная заявка, значит, финансирование, значит, да, то есть с тем, чтобы они, особенно по первому курсу, значит, да, то есть могли бесплатно поступать, вот, то есть увеличение бюджетной заявки, количество бюджетных мест, вот, то есть это бы сопровождало. Ну и один из больших вопросов, конечно, это приведение в порядок общежитий. Глава Приморья также обозначил необходимость в увеличении рабочих кадров и поддержке студентов среднего профессионального образования. Лилия Гумерова поддержала предложение Олега Кожемяка, отметив, что систему образования в регионе необходимо развивать комплексно, чтобы готовить те кадры, которые будут востребованы экономикой субъекта.